Она тоже прям головой тоже вот так вот делает. За ними овечка без собака гад. Плавный переходик. Еще у нее андроид вообще класс, молодец. Раз, два, три, четыре, пять. И потянет танцевать. Весна! И вы на канале Марио Омайгад. И сегодня у меня реакция на ваши дуэты со мной. В Лайке у меня недавно проходил такой мини-конкурс. Я создала свой хэштег Марио Омайгад. Под этим хэштегом вы должны были снимать дуэты со мной. И буквально за неделю пришло более 7000 человек, которые сняли более 8000 видео. Я выбрала самые крутые, прикольные видео, и сегодня мы вместе с вами их посмотрим и оценим. Итак, смотрим первое видео, это моя подписчица, ее зовут Арина, смотрим. Она очень классно повторяет движения, прям все точно так же. Она прикольно так делает с руками. Ну, она реально прям все повторила. И там вот переходы, и движения там руками, в общем. Арина, тебе респект. Давайте будем переходить дальше. Дальше у нас девочка, у нее ник Розочка. Она тоже прям головой тоже вот так вот делает. Повторяет за мной. Класс! Молодец! Тоже классно очень повторила. Под этим видео какая-то девочка, ну, другая, написала, типа, ты попала в видео к Марио Омайгад. А вот эта Розочка отвечает, откуда знаешь? Она, наверное, Ванга. Реально. Розочка, я тебя поздравляю, ты попала в мое видео. Дальше у меня тут Вика. Это новый тренд в Лайке. Ну, как новый? Почти. Классно повторила. Молодец, Вика. Юникорн. Вот то же самое девочка тоже написала. Под ее, ведь ты попала в видео. А, я поняла. Типа я их лайкнула. И она написала, ты попала в видео, Марио Омайгад. Вчера вечером отбирала и лайкала видео, которые мне нравятся, чтобы вам бы их показать. И каждая девочка просекла, что я лайкаю не просто так вот. Юникорн Мун. Так, давайте дальше. Следующий у нас... я не знаю, как ее зовут, но тут у нее написано в нике Леди Зепчик. Она сняла видео, где показала, типа, я лайкнула ее. Меня лайкнула Марио Омайгад. Я так счастлива, думала, что я к ней не попаду. Класс! Юникорн Мун. Давайте посмотрим ее видео. Мне так нравится эта песня, ну это кавер. Она тоже очень классно повторяет движения, в общем, мне очень нравится. Ладно, давайте дальше. Следующий у нас тут Даша. У нее ник Даша Омайгад. У нее почти 2500 подписчиков. Она тоже сняла видео, что я лайкнула ее. Посмотрим ее видео. Тоже кавер классный. Это такой мини-транзишн. Вот класс, очень кавер. Мне нравится. Класс, молодец. Итак, давайте дальше. И следующий у нас тут Полина, наверное. Да, Поли Стар, ну, значит, Полина. Давайте посмотрим, что же она там сняла. Я знаю. Это, ну, был такой типа тренд. Очень классно. Это такие эмоджи в лайке. Прикольно, молодец. Классно повторила. Здесь Юникорн Смун не писала про то, что она попала в видео. Дальше Маша сняла со мной дуэт. А, это прикольное видео. За ними овечка без собака гад. Кошка мяу, голубь гуль-гуль, и гриб-грил, и дурак-ко-ко, курочка-ко, и цыпленок-пи, цыпленок-пи, и цыпленок-пи. Она пишет, учим животных вместе с Марио Омайгад. Присоединяйтесь. То есть у моей тезки 594 подписчика. Не знаю, почему какой-то клип, но, в общем, просто продолжаем. Следующее видео от Алены. Раз, два, три, четыре, пять. И потянет танцы. Молодец. Продолжаем с
смотреть лучшие дуэты с Мари Омайгад на хэштег Мари Омайгад. Клип Вики. Очень классный клип. Классный. Очень классно повторила. Вика написала в комментариях: спасибо за лайк, Мари Омайгад. Когда я только начала снимать лайки, я все время просматривала комментарии. Каждый, я на каждый отвечала, на каждый вопрос просто. Сейчас, конечно, я просто просматриваю, лайкаю комментарии, но не так часто. Следующий дуэт от Тяф Настя. Вот, давайте посмотрим ее клип. Полина Высока. У нее комбинезон почти как у меня. Переход классный. Тут нужно было несколько раз еще и переодеваться, поэтому она молодец. Молодец, Настя, не поленилась. Давайте смотреть дальше. Следующее видео от Юль. 1 июля у нас сегодня. Тоже очень классные переходы. Что-то что так же у меня. У меня такое, блин, в конце лицо смешное такое. Юля молодец. Итак, ребятки, мы продолжаем. Следующее видео от Катерины. Раз, два, три, четыре, пять. И потянет он. Класс. Мы прям в такт. Прям в такт танцевали. Умница Катерина, у нее, кстати, 1000 подписчиков. А мы смотрим следующий клип от милашки Алены. Алена, привет. Пришла и оторвала голову нам чумачек чая. Весна! Боже мой, это в конце такое смешное лицо. Весна! У меня особенно. Просто... Молодец, молодец. Прям точь-точь повторила. Алена молодец, у нее 11 подписчиков. Она живет в России, вот. Ребята, поддержите Алену лайками и подпиской. Сейчас мы посмотрим дуэт, над которым девочка уже постаралась, потому что я на видео рисовала такие эффекты у меня такие на руках. И эта девочка повторила и точно так же нарисовала. Я просто знаю, как это сложно, как это долго делать, и девочка молодец. Еще у нее Android вообще класс, молодец. Молодец, прям классно повторила. Она на кого-то похожа, не могу вспомнить, на кого она похожа. У нее получается 239 подписчиков, и она в России живет. Сейчас буду смотреть последнее видео Лизы Омайгад. Тоже. Так, давайте смотрим. Мы нашли с тобой, что искали. Джавана, моя царица ритма в кабуэйра. Бум-бум-бум, бейба, ты, девочка, ладка шоколадка, скажи Рио-де-Жанейро. Давай, бум-бум-бум, бейба. Меня понесло, в общем. Ладно, Лиза Омайгад, у нее 671 подписчик, и она тоже живет в России. Ну вот опять не выбрала ни одного мальчика. Ну, у меня так получается, я не знаю. Вообще, с каждым днем лайкеров мальчиков становится все больше и больше. Поэтому больше вероятности, что в следующий раз, в следующем какой-нибудь конкурсе, я выберу именно мальчика. А те, кто не попал в мое видео, пожалуйста, не расстраивайтесь. Впереди еще очень много конкурсов, поэтому продолжайте снимать, участвуйте во всех конкурсах. Кстати, ребята, хотела вам сказать, что в лайке стартовал новый конкурс, который называется «Шоу талантов». Если вы хотите заработать много подписчиков и лайков, то снимайте на хэштег «Шоу талантов» в лайке. Давайте я вам покажу один клип. Мне очень понравился, но я не знаю, как он это сделал. Как он это сделал, просто это какой-то шок-контент. Я еще не сняла под этот хэштег никакой клип. Сейчас пойду и сниму. Давайте вместе со мной. Я вас очень сильно люблю. Целую. Подписывайтесь на мой лайк, на мой инстаграм. Пока-пока!